Всем привет, ребята, меня зовут Алиса, вот это моя сестра Лиза. Всем привет! И сегодня мы собрались, чтобы посмотреть, что же творится в лайке. Видосы в лайке, опять всяких разных деток, которые творят разную дичь. И сегодня реагируйте вместе с нами, пишите в комментарии, какое видео вас больше всего рассмешит, а какое больше понравится. И, конечно же, ставьте лайк на удачу, потому что лайк на удачу приносит удачу. И это не только со школой связано, просто поставь лайк на удачу, напиши коммент, и ты получишь удачу. Вот тебе повезет во всем, чем ты захочешь. Также не забывайте подписываться на канал, сделайте эту красную кнопочку серой. Также не забывайте подписываться на канал, сделайте эту красную кнопочку серой и жмите колокол, потому что колокол даст вам уведомление, вы первые будете смотреть наши ролики, и что же творится в лайке, вы узнаете первыми. И не только в лайке, потому что мы еще снимаем челленджи с едой, поэтому запасайтесь вкусняшкой, и перед просмотром этого видео заходите на прошлое, там челлендж с едой. Все, начинаем. Не затягиваем, просто начинаем. Лиза вообще не знает, что в этом телефоне, и я не знаю в этом, что в телефоне вообще. Нет. Такое творится. Включаем. Давай. Это чисто, когда тебе разрешили попеть в караоке. Или это я, которая отходила в музыкальную школу 4 года, когда начинаю петь. Нет, это как кот просит кошку. Мне такой звук на будильник просто. Поставьте такой звук на будильник перед школой. От такого ты сразу в школу побежишь. Да тут забудешь просто вообще, для чего ты проснулся и родился. Идем дальше. Все. Давай повторим. Это что, Нойлс, вот детка? Это Нойлс, детка! Это вот так, медленно. Опа! Это пацан пародирует Нойлса. 100%, я вам говорю. А какие эффектики, просто тренды. О, господи, лохматая. Так, дальше интереснее. Покажи своих бывших чек. Девочки, я не знаю, лет 12, наверное. Может, даже меньше. У нее уже сколько там, 5 было? Сколько вы насчитали? Пишите да. В комментариях. Напишите, я буду лайкать. С одним она даже была год целый, прикиньте, а с одним вообще 4 типа, недели. Типа, если ей сейчас 11-12, у нее уже было 4 парня, один из которых год были отношения, это она с ним с 9 лет встречалась вообще. Пишите в комментариях, во сколько у вас появился первый парень и был ли он вообще. Потому что я в 10 лет вообще об этом не думала. Ну, как бы... Но дальше будет жестче. Это уже лайк становится каким-то сайтом Тиндером. Знакомств. Тиндером каким-то. Мы рекламу не делаем. О, тихо, простите. И вот это вот ищу. Зато знает она, как парней искать, а как писать грамматику элементарную. Чу-чу пишется. Училка пришла. Не, ну это пришла. Очень режет глаза. Это элементарно в первом классе, это правило. Спасибо, Заюш, не знала. Давай дальше. Анкеты кидайте в комментарии, если что. Да, пацаны, не если нам. Вы есть, давайте там, смотрите. Нам не надо. Топ-топ. Что это было в конце просто? Это дети, когда узнали, что школа будет опять дистанционная весь год. Я бы так сделала, потому что это жесть. Всем привет, и здравствуйте, мама, папа, счастье. Энни, Бенни, Рики, Фрати, Буль, Буль, Карати, Квати, Энни, Бенни. Мама купила себе энергетик, но ты успела его стащить, пока она не видит, и засняла видео. Также со всякими HD-шками вот этими. А, да-да-да, вы знаете, что это такое. Я уже знаю, да. Как... И я, которая отказалась от энергетиков и не пью их уже неделю, девочки. Нет, это лишь 4 дня на секундочку. А 10-летние дети их просто хлебают каждый день. Пацаны, запомните, когда вы переписываетесь с девочкой, вы одновременно общаетесь с ее подругами с помощью скриншота. Ау! Кстати, это правда. Это жизненно. Это правда. Девочки, кто так делал, отпишитесь, мы вас не спалим, потому что все переписку с парнями отправляют своим подругам. Особенно, когда только начинаешь общаться с парнем. Кто я? Спор!
вспомнил! Я Ларисочка Гузеева. Это программочка... Шампунь Жумайсымба. Скажи перхоти. Давай поженимся. Офигеть, сколько знаешь, всяких масок. Это похоже? На кладбище домашних животных, да, они в таких все масках были. Посмотрите этот фильм обязательно, только не ночью. И представь вот это вот ночью в лесу встретить. Нет, это пипец, просто обосраться. Я бы на их месте просто сняла какие-то ужасы такие жесткие. Да. Типа в темноте. Да, идем дальше. Опять энергосы. От воды это смотрится как какая-то санина. Это просто санина в бутылке, потому просто... что все энергетики или желтые, или желтые, или салатовые, а зачем? Или какие-то. А зачем она перелила, чтобы не ходить по энергетикам по улице? Лайфхак, чтобы соседи не спалили и не рассказали маме. Офигеть, ладно, хорошо. Я тоже боялась в детстве. Прошаренные детки. Я тоже в детстве боялась творить всякую дичь, потому что соседи или всякие бабульки могут запалить и рассказать родителям. Правда, девочки и мальчики. Ужас. Ну, это, конечно, жиза, но у меня больше прикалывали эти звуки. А вот это видео, это когда выпил энергетик. Вот не пейте энергетики, а то так же будете ходить. Ладно. I wake up, flex, I'm down there, check, no drip, this, tell them run it all, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell them run it all. I wake up, flex, I'm down there. Что это за ручку подняла? Это она типа во дворе такая крутая, потом пришел сентябрь, школу, школа. И все. Все. Но все равно вот эта пацанка из нее так и рвется. Ну мы не комментируем такие видео, ты не забыла? Почему? Там написано в описании, я вас всех урою. Да? Да, все, извините. Приношу свои извинения. В общем, на 30 тысяч подписчиков я покажу распаковку детских вещей. И за что это вот эта вот штуковина играет? Как видите, тут дофига пакетов. Ну и там и в другой комнате также есть пакеты с вещами. Так что набираем, и я показываю распаковку. Возможно, распаковка может задержаться, так как я лежу в больнице. И сегодня меня просто отпустили домой, но вечером я уйду опять в больницу. Просто, ты когда узнала, я вспоминаю, что ей 13 лет, и она родила только. Она уже родила, реально. Просто. Я в 13 лет делала распаковки всяких вещей детских для моего бэби-борна, ну, пупсика, поняла? О, боже, я его помнила, да. Она такая сморщенная. Она для настоящего ребенка, прикиньте. И раньше блогеры, когда мы в детстве еще не занимались ютубом, типа, там, наберите там 5000 лайков, я сниму косметику. Сейчас 13-летние девочки, наберем 30 тысяч лайков, я покажу распаковку детских вещей для своего ребенка. Просто я сижу такая, я реально в шоке, я не понимаю, как ребенок может родить ребенка. Но это ее дело, это ее жизнь, давайте дальше. Ее тело, ее дело. Да. Серьезно? Не знаю, она пишет, что есть сайт, на котором вы можете продавать видео, на котором вы платите. Тогда я была бы богатой. Я бы была миллионершей просто, ребят. Ну, мне кажется, такого сайта нет. Или для каких-то... Что за бред? Может, для каких-то маньяков? Не знаю. Не знаю, очень страшно. Напишите в комментариях, кто знает, потому что очень стрёмно. Да. Кто может смотреть такие видео, где плачут дети? И за это еще платить деньги. Жесть. Ну, хотя есть сайт с носками. Помнишь, какие-то носки продавали? Нет. Использованные носки продавали. А, офигеть. Да, жесть. Покажи свой первый энергетик. Покажи свой любимый энергетик. Покажи энергетик, который ты пил последним. Покажи свой нелюбимый энергетик. Покажи энергетик, который ты пьешь чаще всего. И тот, который пьешь очень редко. Ну, блин. Опросы для детей 10 лет. Вот реально, куда смотрят родители, потому что, блин. На энергетик это очень вредно.
Типа это норм, я их сама пью, но не в 10 же, тебе это в 9 лет сколько, и сколько детям этим, это да. Жопа просто. Напишите в комментариях, как вы к этому относитесь, потому что весь лайк заполнили эти энергетики. И еще похуже. Это новый тренд какой-то, наверное. И все хвастаются, как они покупают, как они пьют, как они открывают. Теперь собирают коллекции и автоматы. Но автомат крутой, мне понравился. И еще одно очень интересное видео, у тебя будет ностальгия. И у вас тоже, если вы знаете. Ты поняла, да, кто это? Да, я помню, это девочка, которая... Ко мне на сходку никто не пришел. Никто не пришел на фан-встречу, называлось видео. Кто смотрел, обязательно отпишитесь. Она была популярная в один момент. Все блогеры подхватили, стали выставлять к себе, пиарить ее. И она реально была популярная. У нее видео набирали по 100, по 50к. Сейчас такая взрослая прям стала. Интересно посмотреть, что с ее ютубом. Ребят, вы не переключайтесь, потому что это все, но мы еще не договорили. Поставьте лайк на удачу, напишите комментарий на удачу, обязательно подписывайтесь, делайте эту кнопку серой, и у вас будет удача всю жизнь. Ну, весь год уж точно. Она ставит лайки, и она приехала ко мне, хоть не с первого раза, но это была ее мечта, она ставила лайки мне и приехала. А у нас все, всем спасибо за просмотр, мы вас очень любим, увидимся с вами очень скоро. Пока-пока. И смотрите челленджи с едой, они вкусные.